Мы им на базе. Анатолий Новосельцев. Отец-одиночка с двумя детьми. Только с мальчишками не целоваться. Не буду, я губы накрасила. Опять? Его проблема в том, что он раздражает босса. Мымра про меня не спрашивал. Пусть ко мне зайдет Новосельцев. Да какой Новосельцев? В том-то и дело, что никакой. Безинициативный. Принтер не отвечает. У вас даже принтер не отвечает. Тряпка. Ух, как сейчас вы. Руки вверх! Поставьте меня на место! Кто меня такая? Но пара коктейлей на корпоративе в корне меняет ситуацию. Тук-тук. И в конце концов, вы... недостаточно трезвы. Что у меня трезвыкаете? Все считаете, что я робот, что я бесчувственная. Знаете, если вы способны еще плакать, то не все потеряно. Ты был когда-нибудь одинокой женщиной после 30? А что ты так-то, Толя? Уберите руки с моей этой. Нет у вас там никакой этой. Это сомнительный комплимент был. Эти выходные вообще были самыми странными. Но, пожалуй, самыми счастливыми в моей жизни. Такое ощущение, что все про нас все знают. Их счастье... Она не Мымра. ...было так близко. Барсучок, мы вчера только пили, да? Только пили, да? Но в наше время... Акула всегда ищет добычу. У акулы нет друзей. Ты эту работу завалишь, презентацию сольешь. Калугина будет посмешищем. Фильм основан на реальном шедевре. Девочки, с вами? Да. Дети мои, а это их няня. Няня. Служебный роман. Хорошо? Хорошо сейчас было, очень хорошо, правда? По-моему, я вам не безразличен. Юр, а я одна. Я думаю, это поправимо. Nice watches. Mucho grazie. Из новой коллекции, между прочим. За родину, за Фиделя. Это не Фидель, это Че Гевара. А я вас знаю. Мы Мымра. Папа ездил к вам в Турцию, чтобы стать начальником. А что ж я зря костюм покупал? Служебный роман «Наше время». Бурсучок, я хороший человек. Мне подарили шоколадку. С перцем. Весело на входе, весело на выходе. Во всех кинотеатрах страны 17 марта.